Это космическая ракета! На ней можно улететь к звездам, на другие планеты! А это не опасно? Мы же не знаем, что там, на других планетах. Как это не знаем? Вот все нарисовано. На других планетах живут наши родственники. Вот этот на меня похож. Может быть, это мой дядя? Вот это да. У Зары есть дядя? Или тетя, какая разница? Хочу к ним в гости. Но у нас же нет космического корабля. Мы знаем, как он выглядит. Мы сможем его построить. Да, да! И я стану первым в мире птеродактилем в космосе! 15, 18, 25. Все! Молодец! 25 приседаний сделали. Теперь отжимания. А нельзя стать космонавтом без отжиманий? Нельзя. Вот тут все нарисовано. Ну что же, задача сложная, но нет ничего невозможного. Турбозавры вперед! Космический корабль получился. Я тоже хочу полететь к другим планетам. Для тебя придется построить корабль раз в 5 больше этого. В 6. А где же наш космонавт? Космонавт устал. Ракета готова к полету. Зер, будь осторожен. Не волнуйтесь, я быстро. Туда и сразу обратно. Начинаю обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Старт! Эй, алло! А где огонь, дым, вот это все? Почему я никуда не лечу? Ого! А что это вы делаете? Запускали ракету в космос, но она не взлетела. Я хотел стать первым в мире космонавтом-птеродактилем, и ничего не получилось. Построили ракету в точности, как на картинке. Что же не так? Ракета очень хорошая, но она и не могла взлететь. У нее же нет двигателей. А они у ракет очень сложные. Мы такие не сможем сами сделать. Ну вот, я так и знал. Не расстраивайтесь, у меня есть идея. Мы установим эту ракету в парке, и дети смогут играть в космонавтов. Отлично, Катя. Но сначала ракету надо разобрать, перевести в парк и собрать там заново. Турбозавры вперед! Посвети фарами. Трак, Анки, начинайте собирать и устанавливать ракету. Зер, следи за тем, чтобы ракета была установлена строго вертикально. Турбозавры, вперед! Ну, пошли. Только мне ничего не видно. Надо ровнее поставить. Молодцы! Отличная работа!
первом в мире в динозавре. Что я такого сказал? До, Буль, Зер, Анки, Тор и Трак. Твои друзья турбозавры. Теперь они на веселых стикерах в Вайбер. Подписывайся на наш канал и посылай друзьям яркие эмоции. Ссылка в описании. Привет, ребята! Что делаете? Готовимся к гонкам. Ух ты! А что за гонки? Гонки с препятствиями! Победителю достается кубок турбозавра! Буль! Трак! Снова Буль! О, а вот и До! Целых 4 раза! О, даже Тор тут! И Зер тоже тут! Эх, давно это было! Сейчас уже не бегаю, так, с воздуха наблюдаю! А где же Анки? Его имени тут нет! Анки тут нет! Потому что он ни разу не выиграл. Да, не везет ему. Анки сказал, что не будет больше участвовать в гонках. И вообще, он гусеничная техника. И он абсолютно прав. У него же гусеницы вместо колес. Он не может ездить так быстро, как вы. У меня, например, тоже колес нет. И ничего, один раз даже победил. Ну ты сравнил, Трак. У тебя шаг, как у него 10. Но ведь это же гонки. Побеждает сильнейший и все такое. Эх вы, друзья называются. Скажи мне, До, сколько раз он тебя брал на буксир, а? Тор, когда ты в речку упал, кто тебя вытаскивал? Так что делать-то будем? Есть одна идея, Буль. Опять эти гонки. Каждый год одно и то же. Надоело. Анки, привет! Привет. А почему ты тут один? Тебя все на трассе ждут. Да ну и я. Анки, перестань. Ну как они без тебя? Кто самый умный? Анки? Кто всех всегда вытаскивает? Анки! Да-да-да, раньше трассы были простые. А на сложной, где думать надо, я бы еще посмотрел, кто выиграет. Ну, не знаю. Ты же на самом деле быстрый и ловкий. Но у меня гусеница, Кать. А у них... колеса! Между прочим, гусеницы – это очень даже хорошо, особенно на бездорожье. Значит так, за старым дубом будет крутой поворот. Будь осторожен. А потом начинаются ямы и кочки. Так что гляди в оба. Всем участникам приготовиться! Турбозавры, вперед! Анки, давай, жми на газ! Готовимся к гонкам. Yeah!
Минуточку, в камеру не смотрим. На его месте мог быть я. Трак, у тебя до следующих гонок есть целый год. Тренируйся. Хочешь поиграть с нами в умные игры? Перетаскивай картинки, собирай пазлы, тренируй память, рисуй и раскрашивай. И собирай награды прямо на планшете или телефоне. Вставай! Уже пора вставать. А мы в город идем. Хотите с нами? Я пойду в город. Я там никогда не был. Говорят, там очень интересно. Нельзя, Трак. Куда тебе в город? Ты слишком большой. Большой и очень зубастый. У меня есть идея. Нет ничего невозможного. Трак может притвориться экспонатом для музея динозавров и поехать с нами. Ура! Я буду музейным экспонатом. А может, пока мы до города не доехали, Трак сам пойдет. Трак занят. Он репетирует роль экспоната. Продолжай. Может быть так, как будто бегу. Нет, не пойдет. Глаза невыразительные. О, другое дело. Едем дальше. Вот, это автомойка. Если никого нет, там и попить можно. О, жарко. Сейчас бы холодненькой водички попить. Хорошо, только много пены. Посмотрите направо, перед вами магазин продуктов. Посмотрите налево, перед вами почта. А это светофор. Почта! Светофор! Спасибо, ребята! Без вас я бы этот город не увидел. Молчи! Здесь строят новый дом. Сегодня воскресенье, там никого нет. Но мы туда не пойдем, это опасно. Экспонат для музея. Руками не трогать. Он щекотки боится, что ли? Я вообще ничего не боюсь. Ой. Деда. О, простите меня, я нечаянно. Безобразие! Говорящие экспонаты на людей нападают! Я буду жаловаться! Только помогите мне выбраться! Анки, сюда, пожалуйста! Ой. В кабине никого нет. А кран двигается. Что-то случилось. Ой, кран сейчас упадет. Мы этого не допустим. Анки, цепляй крюком.
Тор, ставь опоры! Трак, не дай ему упасть! Зер, следи за грузом! Турбозавры, вперед! Берегись, Трак! Спасибо за предупреждение! Турбозавры, на счет три. Все вместе. Раз, два, три! Хорошо поработали, турбозавры. Пора домой. Опять пить захотелось. Может, зайдем на автомойку, а? Лакомство с любимыми героями уже в продаже. Свитбокс. Целый мир в одной коробочке. Не откроешь, не узнаешь. Шоки-токи. Турбозавры в молочном шоколаде. Удивлять приятно. Кидсбокс. Шоколадный десерт и игрушка. Удивлять полезно. Ищите нас в магазинах страны и на маркетплейсах. Ссылка в описании. Ты знаешь, что в городе собираются устроить соревнования дронов? Ага, надо будет сказать Зеру. Я все слышал. Что за соревнования? Будут измерять дальность полета, точность переноски груза и всякое такое. Обожаю переносить грузы. Берешь его, летишь. Стараешься не повредить. Зер! И в дальности полета мне нет равных. Тоже готовитесь к соревнованиям? Конечно, готовимся. А наш дрон лучше вашего. Ваш даже свой груз сохранить не смог. Ничего, мы будем тренироваться. Ладно, на соревнованиях увидим, кто кого. Карта местности. Скорость ветра. Прогноз погоды. Между прочим, по прогнозу может быть гроза. Я чувствую недоверие к своему таланту. Да я выиграю быстрее, чем гроза начнется. А мы сможем наблюдать за соревнованиями? Конечно, там рядом отличная парковка. Ура, турбозавры вперед! Тоже сегодня участвуете? Здравствуйте, дети. Да, вот, решил немного развлечься. Дорогие зрители, пришло время для главного соревнования этого дня. Уже началось? Нет еще, прячься. Мы тебе скажем, когда будет пора. Гроза, скорее в укрытие! Зер не вернулся и не выходит на связь. Мы должны его найти. Надо осмотреть все окрестности. Турбозавры, вперед! Спасать Зера! Задача сложная, но нет ничего невозможного. Я придумал! Мы построим горку с пандусом. Анки заберется на нее и снимет Зера. Мы с Тором делаем горку. Трак, ты укрепишь пандус плитами. Турбозавры, вперед!
ракеты. Пытался! Сложно! Нет связи! Скидываю геолокацию! Сигнал очень слабый, но теперь мы точно знаем, где он. Вперед! Координаты правильные. Его нигде не видно. Его не видно, но он должен быть здесь. Может быть, он провалился в люк и застрял в трубе? Проверить это можно только одним способом. Мы с Тором раскапываем трубы. Анки их вытаскивает. Трак проверяет. Турбозавры, вперед! Если бы вы знали, что со мной было... Меня замотало в эти штуки и унесло ветром. Я чуть не погиб. Даже не знаю, что теперь вернет мне веру в себя. А? Они решили переиграть соревнования дронов. Но я думаю, Зеру не стоит рисковать второй раз. Как это? Да я самый смелый птеродактиль на свете! Вера в себя вернулась. Мороженое творит чудеса. Подписаться, и мы будем видеться чаще. Три, два, один. Ничего себе! А я думал, это землетрясение. Петя, не землетрясение, а соревнование. Прыжки в длину. Скорее, в глубину. А вы не могли бы прыгать подальше отсюда? Например, в лесу? Лучше не надо, Кать. Там овраг. Овраг? Где овраг? А он широкий? Ага, и глубокий. Может быть, опасно. Вы куда? Мы только посмотреть. Не беспокойтесь, мы тихо. Наконец-то что-то серьезное. Сдавайся, Анки. Вот еще. Готовы? Три, два, один. Ты не ушибся? Может, ну их эти прыжки? Это разве прыжки? Вот сейчас будут прыжки. Что это? Новая дорога? Нет, это новый мировой рекорд. А вдруг рабочие придут? Раз их до сих пор нет, значит, у них выходной. Да, расстояние серьезное. Далеко прыгать. Ага, и высоко падать. Ха, испугался. Да, за тебя. Это ты у нас тормозить не умеешь. Это я не умею. Ах так, вызов принят. Три, два, один. Подожди, я передумал. Я же говорил, испугался. Я верю, что ты сможешь, Анки, но лучше не надо. Ну что, кто чемпион? Как слезать будешь, чемпион? Здесь тесно, не разогнаться. Зато ты выиграл. Кажется, я проиграл. Спасите меня, пожалуйста! Слишком высоко! Держи! Нет, так не пойдет. Мой план зашел в тупик. Зато я нашел еще один план. План стройки. Как это нам поможет? Нет ничего невозможного.
Если недостроенную дорогу нельзя перепрыгнуть, ее надо... перелететь? Достроить! Как же мы сразу не додумались! Турбозавры, вперед! Правильно. Не волнуйся, Анки, мы все сделали по плану. 3, 2, 1. Встречайте чемпиона! Ура! Ух ты! Новая дорога такая ровная. Давай на перегонки. Может, лучше в шахматы? Ну что, прыгаем? Легко! Только сначала давайте мост достроим. Хочешь видеть новые серии первым? Нажми на подписаться. Делал. Не может быть! Я же бросал мяч на дорожку! Смотри, тут следы! Какой-то зверь был здесь и помял цветы! А? Здравствуйте! А мы и не знали, что у вас есть кот! Это не мой! Он сам приблудился! И если он что-то натворил, я за него не отвечаю. Как его зовут? Откуда мне знать? Барсиком зову. Откликается. Дети, обед. Я так наелся, все было очень вкусно. Бабуль, помочь тебе помыть тарелки? Не надо, спасибо. Тем более, что нет горячей воды. Идите играть. Барсик! Барсик! Что случилось? Барсик пропал! Убежал, наверное. А я к нему уже привык. Барсик, наверное, убежал далеко. Теперь найти его будет трудно. Барсик! Нет ничего невозможного. Смотри, вот его следы. Найдем его и вернем соседу. И я знаю, кто нам поможет. И, наверное, потерялся. Да о чем речь? Мы найдем кота. Дазер! Уже лечу на поиски! Я знаю, где Барсик! Все за мной! Кис-кис-кис! Барсик! Кажется, он нам не доверяет. Турбозавры, вперед! Трак, постарайся осторожно снять его. Он упадет!
Вот! Как же нам достать его? У меня идея! Что если сделать лестницу? Вот такую. Тор, выровняй площадку для лестницы. Да, ищи подходящие для лестницы бревна. Анки, вези их сюда. Трак, ты будешь расщеплять бревна для лестницы. Нашлась веревка. Зер, доставь ее наверх. Ничего себе! Что это? Кажется, я знаю. Трубы меняют на новые. Вот и отключили горячую воду. О, нет, только не это! Барсик! Барсик! Ну что ты стоишь как вкопанный? Зови динозавров! Может быть, вы не поверите, но нам нужна ваша помощь. Опять! Да, это будет непросто. Возьмемся за дело дружно и справимся. Трак, поднимаешь и осматриваешь трубу. Если кота в ней нет, отдаешь трубу мне и укладываешь ее в траншею. Анки, закрываешь трубу бетонным перекрытием. Тор, заваливаешь землей. А нам что делать? У вас самая ответственная задача. Следите, чтобы кот не выскочил и не убежал. Что, уложили все трубы? И горячую воду теперь быстрее дадут. Мы нашли кота! Вот он! Барсик, вернулся! О, спасибо вам! Куда же ты убегал? И зачем? Дома ведь лучше! Верно, Барсик? Конечно! Теперь твой дом тут! Нажми на подписаться и смотри новые серии турбозавров. Ипполит, не балуйся. А еще я вчера гуляла в нашем парке. Вот бы построить там смотровую башню. Тогда сверху весь наш красивый город будет видно. У меня идея. Помнишь старую водонапорную башню? Мы можем ее переделать в смотровую. Ипполит! А чем мы сегодня займемся? А сегодня мы... А сегодня мы переносим башню! Что? Где? Какую башню? Какую башню? Водонапорную! Пойдем, мы по дороге вам все расскажем! Турбозавры всегда готовы помочь друзьям! Говорил, классная башенка, да? Эта башня даже выше трака. Мы ее не поднимем. Кто не поднимет? Да я ее сейчас... Трак,
подожди! Мы сейчас все вам объясним! Вот что мы придумали. Смотрите. Сначала Тор очищает территорию. Затем Трак и Анки снимают крышу. Дальше Трак убирает обручи, а Тор освобождает фундамент. Трак и Анки разбирают башню на части и грузят на платформу Гуля. Какой натюрморт! Поразительное сходство! Задача ясна? Ну тогда... Турбозавры вперед! Тор, используй свой ковш. Анки, выдвини стрелу! Болты надо убрать, а то они потеряются! Спокойно, сейчас я их уберу! Турбозавры, вперед! Я лучше пойду пофотографирую. Очень низкий. Трак под ним не пройдет. Есть одна идея. Сейчас покажу. Странно. Я только вчера тут проходил. Этой башни здесь не было. А что тут Петя и Катя делают? Алло? А вы знаете, что Петя и Катя гуляют по городу с водонапорной башней? Что? Ипполит со мной? Ребята, а хорошо получилось, да? Да! Ищи башню, Томик, ищи! Ага, вот она! От Томика не спрячешься! Петя, Катя, вот вы где! Бабушка, а мы с Катей смотрели, как смотровую башню ставят. Ну надо же! Не успела я только подумать... А башню уже поставили. Чудеса. Чудеса. Конечно, чудеса. Поставь лайк этому видео, и мы будем появляться чаще. Полина... Мои племянники, Боря с Федей, пропали. Может, просто заигрались в лесу? А если они заблудились? Я так волнуюсь. Не беспокойтесь, тетя Нора, мы их найдем. А? Отлично. Прекрасно. Великолепно. Нужна ваша помощь. Надо найти Борю и Федю. Такая фотосессия! Делу время, потехи час. Лучший в мире разведчик готов! Они на лесной дороге! Надо их догнать! Считайте, что мы их уже догнали. Ну
куда полетели? Вот это скорость! Боря, Федя, постойте! Некогда! Вас тетя Нора потеряла! Мы ей записку оставили, что поехали в кругосветное путешествие. Как объедем вокруг Земли, сразу вернемся! Что делать, Петя? Есть план! Надо сделать так, чтобы Боря с Федей вернулись домой. Ну как? Они ведь не хотят возвращаться. Любая проблема имеет решение. Сейчас они здесь. Буль с Тором, вы у них на пути роете яму, изображая дорожные работы. Боре с Федей придется свернуть сюда. Там их встретит завал из сухих деревьев. Завал устроит Трак. Обожаю устраивать завалы. Только не забудь потом все убрать. И даже маленький завальчик нельзя оставить. Чтобы объехать завал, они спустятся во враг. А кто будет рыть овраг? Никто. Его уже вырыла природа. Хорошая все-таки у нас природа. Овраг вместо нас выкопала. Чтобы они выбрались из оврага, надо будет построить дорогу. Этим займутся Тор, Буль и Анки. Турбозавры, вперед! Похоже, приехали. Мы уже объехали вокруг света. Если бы мы объехали вокруг света, мы бы вернулись домой. Потому что Земля круглая. За мной. Не хочу больше путешествовать. Я устал. Хочу пирожки с брусникой. Чем быстрее мы объедем вокруг Земли, тем быстрее будем обедать. Вперед! Как мы теперь отсюда выберемся? Не бойся, что-нибудь придумаем. Я же говорил, что-нибудь придумаем. Ура! Мы дома! Где вы были? Я так волновалась. Тетя, мы объехали вокруг света. А Земля не такая уж и большая. Что вы, Земля очень большая. Вот, смотрите, это модель нашей Земли, глобус. Объехать на велосипеде вокруг Земли невозможно, потому что на пути вам встретятся не только горы и пустыни, но еще и океаны. Значит, мы не объехали Землю? Ничего, подрастете и объедете, или облетите. На космическом корабле. Я объеду, а я облечу. Вкусные у вас пироги с брусникой. Ешьте на здоровье. Спасибо вам, что нашли моих племянников. А при чем тут они? Мы сами вернулись домой. Да, это мы молодцы. Жми кнопку подписаться, и мы будем видеться чаще. Так, значит, Боря и Федя опять вас дразнят. Да, тетя Нора купила им робота, и они без конца им хвастаются. Вот это да! 21 век. Да, он реально крутой.
Был бы у вас такой же. Вместе бы поиграли. Но, боюсь, вы с современными технологиями не справитесь. Ну, это как-то некрасиво. Не по-товарищески. Да уж. У меня есть идея. Трак, можно тебя попросить? Ну, ты понял меня, да? Да. Турбозавры, вперед! Я робот, меня зовут Трак. О! Да ты просто талант! Ай-яй, боюсь! Да не бойтесь, он не опасный. Я робот, меня зовут Трак. Вау, он говорящий. Естественно, это последняя модель, самая навороченная. Нам его бабушка подарила за хорошее поведение. Он много чего умеет. Вот, посмотрите. Он и танцевать умеет. Ничего себе. Умеет делать заряд. Может все поднять. Хочешь? Тебя поднимет. Нет! Да не бойся ты, все под контролем. Подожди-ка, ты не управляешь роботом. Это пульт от вашей машинки. Он что, двигается сам по себе? Да. Что за шум? Что случилось? А, тетя, на помощь! За нами гонится робот! Робот за вами не гонится. Стоит смирно. Нет, этот робот совсем другой. Огромный такой, страшный, с зубами. Я знала, что эти игрушки до добра не доведут. А вы все купи и купи. Но, тетя, он гнался за нами, честное слово. Ну, мальчишки, фантазеры. Но это же правда. Ну ладно, спрошу Катю и Петю. Вы видели страшного робота? Нет, тетя Нора, страшного не видели. Да, Петь? Нет, не видели. Видите? Нет никаких роботов. Ну все, можно выходить. Я робот, меня зовут Трак. А теперь нам нужно все вернуть на свои места, чтобы никто не провалился. Буль засыпает яму, Тор и Трак утрамбовывают землю. Эй!
новой серии первым? Нажми на подписаться. Какое чудесное утро! Да! Самое время устроить фотосессию! До и цветы! До в лесу! До в болоте! Где? Да ни за что! Эх, ну ладно! А какой был бы эффектный кадр вокруг кочки, лягушки? А? База, база! Прием! Чрезвычайная ситуация! Мы бежим к вам! Никуда не уходите! Что случилось? В новостях сказали, что новую дорогу будут строить в обход холма, через наш лес. Петя, покажи. Принято решение прокладывать новое шоссе в обход холма, через лес. Несколько десятков деревьев будет пересажено. Природа не пострадает. Это что же? Дорога пройдет совсем рядом с базой? И мы больше не сможем выходить на поверхность? Вот это поворот. Ну вот и все! Петя, Катя, прощайте! Нам было весело вместе! Прощайте цветы, лес, болото, солнышко! Зер, подожди! Не все еще пропало! У нас есть идея! Мы построим тоннель, и дорога пройдет не вокруг холма, а сквозь него! Мы сможем все исправить, и я снова смогу летать! Конечно! Задача сложная, но нет ничего невозможного. Но нам нужно дождаться вечера. Тогда все рабочие уйдут домой, и мы сможем начать строить тоннель. Чего же мы ждем? Уже вечер, пора строить тоннель! Не волнуйся, Зер, успеем. Буль, убирай базу. Нам пора. Турбозавры вперед! Анки, перемести эти бетонные плиты куда-нибудь в сторону. Вон там есть место. Теперь надо убрать камни. Трак, это задача для тебя. А куда мне их положить? Где-нибудь недалеко. Они нам еще пригодятся. Можно было и поаккуратнее. Вот этот камень как-то криво лежит. В следующий раз камни будешь переносить ты. Покажешь мне, как правильно. Зер, для тебя есть задание. Наблюдай за дорогой, и если кто-то появится, подай сигнал. Тор, теперь твоя очередь. Начинай пробивать тоннель. Буль, сгребай мелкие камни и землю и распределяй их тонким слоем по дороге. Тревога! Я заметил ежа! Зер, ежик нам не помешает. Да? Просто ты сказала, если кто-то появится. Продолжаю наблюдение. Ну что же, пора. До, когда совсем стемнеет, посвети ребятам фарами. Турбозавры вперед! Да, постарайся светить прямо в тоннель. Мне плохо видно. Осталось совсем чуть-чуть.
Трак, теперь надо вон теми камнями укрепить вход в тоннель. Нужно повесить знак, на котором указана высота тоннеля. Зер, слетай на базу и распечатай знак на принтере. Утром строители нового шоссе обнаружили вход в тоннель. Возможно, это древняя пещера, ранее неизвестная ученым. Теперь шоссе пройдет прямо сквозь холм, и лес останется нетронутым.